Денис Паслер доложил уполномоченному представителю, что в рамках работы по ликвидации последствий паводка в Оренбурге ведется восстановление коммунальной инженерной инфраструктуры. Также на контроле выплаты пострадавшим. На все виды помощи от оренбуржцев поступило свыше 600 тысяч заявлений. 99% из них уже отработаны. Люди получают компенсацию на капитальный ремонт домов, также по утрате жилья. Единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей получают дачники. Но и это еще не все. Ждем решения по долевой собственности менее 18 квадратных метров. Ожидаем, что оно будет принято в июле месяце. Это позволит, безусловно, тем категориям, которые сегодня уже получают отказ в соответствии с предыдущим федеральным законодательством, да, заново обратиться. Мы такую опцию обеспечим, проинформируем самостоятельно или, соответственно, госуслуги разошлем. Мы найдем определенный формат, чтобы возможность возврата именно этой категории появилась. Полномочный представитель высоко оценил работу региона по ликвидации последствий наводнения. Игорь Комаров подчеркнул, что тот паводок, который пережила наша область, этой весной был по силе самым мощным не только среди всех субъектов страны, но и, пожалуй, вообще в истории России. Поэтому от грамотных действий руководства региона зависит, насколько оперативно происходит не только восстановление после ЧС, но и дальнейшая работа с пострадавшими. Также необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, продолжать следить за сроками восстановительных работ, быть в постоянном контакте с людьми и оперативно реагировать на их запросы, отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.